Минутка ебантяйской кулинарии. Так, что у нас тут? 6 сентября, 17.31. Суть. Была плитка шоколада, здоровенная, монолитная. Я ее раздалбливал. Но чтобы не летели осколки во все стороны, прикладывал нож, долбил ложкой по ножу. Ложку, соответственно, испортил. Хотел было ее выкинуть, а у меня на кухне две ложки. Но в кружке у твоей железной на плите уже закипало. Нужно было срочно размешать. Я, естественно, размешал этой ложкой. Потом, когда я уже приготовление все закончил, эта ложка, естественно, целая была в стороне. Этой ложкой я начал с аппетитом заедать шоколад. Провел губами по этому месту. И рассек себе губу. Видно будет, нет? Кровь так обильно покапала, но вроде сейчас перестала. Рассечение не слабое такое. В общем, не повторяйте моих ошибок, а лучше повторите вот это. Тут сухое молоко, примерно вот столько, ну сколько тут, грамм, наверное, 200 воды. Сухое молоко. Все это размешал, добавил туда несколько кусков шоколада, расплавил их и взбил миксером. Получилось вкусное. Вот опять чуть-чуть сломанная ложка, чуть этой опасной ложкой не взял. Ну нафиг, все, в мусор ее. Так, это нормальная ложка. Получился такой вот шоколадный мусс. Очень вкусно. Рекомендую попробовать. А еще, как оказалось, можно было не портить ложку, а просто постучать молотком. Но я тупо забыл, что он у меня есть. Блять.